Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Гадалка». Продолжение истории майора Потапова и необычной девушки Люси. У Люси видение, она видит смерть Потапова, он умирает у нее на руках, на их свадьбе. Это страшное видение преследует ее. Кто стрелял? Как спасти Потапова? Она должна увидеть, должна изменить неизбежное. Пока она это не сделает, они не могут быть вместе. Пятая серия. В результате массовой драки в ресторане убит пришедший туда с невестой владелец юридической фирмы Андрей Махнов. Предполагаемый преступник задержан, именно он стал зачинщиком конфликта. К тому же на ноже его отпечатки пальцев. Однако Люси настаивает на том, что мужчина не совершал убийство, а в зале находился человек, у которого с Махновым были личные счеты. Несмотря на скепсис Кораблева, следствие начинает отрабатывать эту версию, и кажется, у полиции появляется реальный подозреваемый, Сергей Захарчук, которого Махнов фактически заставил продать свой бизнес за бесценок. Тем временем Потапов убеждает Люсю постараться увидеть события, которые предшествовали роковому выстрелу на их свадьбе, это выведет майора на заказчика его собственного убийства. Марина продолжает притворять в жизнь свой план мести Потапову и Люси посредством Кораблева. Однако козни Марины не так опасны, как установленная за Потаповым слежка. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу. С